Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить, вознаградить тех офицеров полиции, которые рисковали своими жизнями и стали гордостью индийской полиции. Солдаты, офицеры и дорогие гости, сегодня мы собрались, чтобы вручить почетный орден нашему славному офицеру, который, рискуя жизнью, захватил большую партию оружия и арестовал опасную группу контрабандистов. Орден вручается инспектору полиции Дургапрасаду Саксене. Сынок, дай мне, пожалуйста, орден. Это же не игрушка. Папа? Да? Я не играю твоим орденом. Мне просто приятно его носить. Надо заслужить свой, мой мальчик. Папа, да? Ты знаешь, что я сделаю, когда вырасту? Что, малыш? Я арестую всех бандитов и получу два ордена. Один для себя, другой для себя. Спасибо. Ну, а теперь снимай мой орден. Нет. Да-да-да. Папа, ты очень хорошо умеешь ловить контрабандистов. Посмотрим, сумеешь ли ты поймать меня? Постой! शैतानों का सरदार है अच्छे हर दम लड़ने को तैयार है अच्छे ओ तेरे हाथों मेरा जीना दुश्वार है डैडी भी तुमको मुझसे प्यार है ओ डैडी भी तुमको मुझसे प्यार है तू शैतानों का सरदार है अच्छे हर दम लड़ने को तैयार है अच्छे ओ तेरे हाथों मेरा जीना दुश्वार है डैडी भी तुमको मुझसे प्यार है डैडी भी तुमको मुझसे प्यार है मेज का कोना तोड़ दिया है पर मेरा तो हर सपन सलोना तोड़ दिया है मार के ठोकर मेज का कोना तोड़ दिया है मेरा तो हर सपन सलोना तोड़ दिया है और अपना भी हर एक खिलौना तोड़ दिया है और अब जाने क्या तोड़े कोई एतबार है डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है सोचा था तू मेरे कितने काम करेगा забросив книжки и тетрадь ты мчишься к морю мой малыш тебя бы надо наказать а я смотрю как ты шалишь तू तो मेरा नाम भी बदनाम करेगा तुझको समझाने की
हर कोशिश बेकार है। डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है। Засе закнишки я успею, когда погаснет солнце луч, и выучить урок сумею, когда нависнет стая туч. या जंगल का राजा कभी मोर बनेगा, शेर का बेटा क्या इतना कमजोर। अनु मोय мальчик, сын солдата должен быть честен и умен. И вспомнишь ты слова когда-то отцовских, дедовских времен. Шаяд то बनेगा, क्या कहूं तू भूल है या कांटों का हार है। डैडी फिर भी तुमको मुझसे प्यार है। Ты честный, умный папа мой, и в честь твою солдаты пели. Родной мой, я горжусь тобой. Папа! Папа! Меня. Я должен был убрать тебя со своей дороги, когда ты не захотел выслушать мои условия. Тебе удалось захватить наше оружие, но ты не смог отправить нас. Но вы обречены. Посмотрим из-за тебя. Мы потеряли кучу денег и должны бежать из Индии. Получим! Но прежде всего мы рассчитаемся с тобой, инспектор. Вы торговали оружием с врагами Индии. Вы не только контрабандисты, вы предатели. Не надо ругаться, инспектор. Лучше поговорить перед смертью. Вы можете меня убить, но я ни о чем не жалею. Я выполнил свой долг. Вы ответите за мою смерть. Не думай, что никто не знает о пролитой тобою крови. Где бы ты ни прятался, твои преступления будут следовать за тобой. Thank you.
О, извините, я опаздываю. Одну минуту. Новогодний подарок от господина Пури из Нью-Йорка. Охо. Чудесно. Благодарю. Мистер Пури заслужил, чтобы мы положили на его счет Нью-Йоркский банк $1 000 000 после второй партии, окей? Окей. Вы прекрасно начали дело в новом году. Очень рада. Новым годом, братан. Благодарю. Индиец? Я тебя не знаю. Ты меня не знаешь, зато я запомнил тебя на всю жизнь. 14 лет назад на пляже в Бомбее ты вместе с тремя другими бандитами убил полицейского инспектора, который умер у меня на глазах. Кто ты? Его сын. Ваш рейс номер 192, Лас-Вегас, Нью-Йорк. Благодарю. Счастливого пути. Добрый день. Жагдиш. Ты читал утренние газеты? Что-нибудь пикантное? Вчера вечером убили Ротана. В машине нашли чемодан с наркотиками. Говорят, стрелял какой-то индиец. Что поделаешь? Все мы танцуем на пороховой бочке. Алло? Корабль пришвартовывается к 17-му причалу. Окей, спасибо. Жагдиш, с каждым днем работать становится все опаснее. Я не нанимался составлять букеты цветов. Я знал, на что иду. И ты тоже. Да. Итак, товар надо получить у 17-го причала. Хорошо. Но «Опель» я буду там через 5 минут. Но. Никакого «Опеля». Отправишься в метро. И возвратишься также. В метро? Да. Пора отвыкать. Без необходимости брать автомобиль. В толпе легче затеряться, и полиция не сразу откроет огонь. Кто доставит товар? Дама в белом. York Harbor, pier number 17. Lady in white.
майский день? Да, майский. Я помогу вам перейти на другую сторону. Здесь большое движение. Благодарю вас. Тебе надо? Кто ты? Пожалуйста. Кофе. Yeah.
Душе. Не двигаться. Таким необычным способом вы уже свободны. Спасибо. Мы здесь испытываем новичков, но нервишки у вас шалят. И вы нам не подходите, правда, мальчики? Шалят. Господин Купта, я не собираюсь поступать в вашу школу. У меня к вам дело. Вы индиец? Да. Мое имя Би-эр Пури. Могу быть вам полезен. Помогите мне. Я знаю, господин Гупта, когда-то вы были самым известным детективом в Индии, а теперь вы профессор криминалистики. Все знаете. Вы изучили мое досье, как будто заводите на меня уголовное дело. Ну что вы, господин Гупта? Я слушаю. Господин Гупта, вероятно, слышал об убийстве двух ни в чем не повинных людей. Ротан и Дагдиш? Да. Ваши друзья? Да, у нас общий бизнес. Мы торговали вином. А за что их могли убить? Ума не приложу, господин Гупта. Убийца тоже индиец. Мой долг – разоблачить его, ведь это позор. Вы думаете, что ваша жизнь тоже в опасности, да? Вполне возможно. Однако это не самое главное. Найдите убийцу. Я ничего не пожалею. Господин Пури, я стар, чтобы гоняться за убийцей. Старое золото, господин Гупта, ценится дороже. Очень приятно, благодарю. Но золото даже на черном рынке все больше падает в цене. Обратитесь лучше в полицейское управление и поскорее, а то ваш индеец затеряется, как иголка в стоге сена. Мальчики, повторим урок. Прошу прощения. Объявляется посадка в самолет, следующий рейс М-10 до Женевы. Пассажиров просим пройти к выходу номер 15. О, моя дорогая, как чудесно. А теперь для контраста покатаемся на лыжах. Хорошо? Да, дорогой. Блонди, пошли. Вершину этой горы. Сегодня там будут взрывать снег. Если кто-нибудь окажется у ее подножья в это время, что будет? Гроб с крышкой. Да. Сегодня я отправлюсь туда на лыжах с моей любимой женой. К самому подножью. Ведь она ждет ребенка. Я не создан для семейной жизни. Она уже положила в банк на мое имя все свои сбережения. А теперь должна получить от меня то, что ей полагается по счету. Ее ждет чудесное восхождение в мир иной. Мгновенное и прекрасное. Не правда ли? Что поделаешь? Ведь это мой бизнес. А ты убери знак об опасности. Понял? Есть. Thank you.
Спасибо, милый. Пойдем, дорогая, скорей. Здесь чудесно. Поехали. Вы не ушиблись? Ваш муж хотел убить вас. Что? Да, да. Он велел убрать знак, предупреждающий об опасности. Смотрите, это мертвая зона. Он лгун и негодяй. Кто ты? Я спрашиваю, кто ты? Для нее жизнь. Для тебя смерть. Что? Мы летим со скоростью 500 миль в час. Высота полета 30 тысяч футов. Через 45 минут наш самолет приземлится в аэропорту Мадрид. От имени экипажа вас приветствует капитан Радбаха. Спасибо. Пожалуйста.
Да, сэр. Могу ли я видеть господина Франсиза? Моя визитная карточка. Одну минуту, сэр. О, Гупта, очень рад. Привет, Франсис. Наконец-то ты вспомнил обо мне. Кто бы ни приезжал, я всегда спрашиваю о тебе. Всегда помню добро, которое мне когда-либо делали. А ты хороший парень. И я очень рад тебе видеть. Что будешь пить? Виски из Дамаска, бренди из Манилы. Мои напитки славятся на весь мир. Ни виски, ни бренди я уже не пью. Ух, совсем забыл. Ну тогда пообедай. Спасибо. Моя индийская кухня тоже первая в Нью-Йорке. Эх, мой дорогой Франсис, специи мне противопоказаны. Ну что ж, тогда я прикажу приготовить для тебя диетический обед. Друг мой Франсис, сегодня я пришел к тебе по делу. По делу? По какому делу? Не волнуйся, само дело тебя не касается. Вот и чудесно. А то я все еще боюсь, что меня разорят здесь уйма гангстеров. А ты процветаешь, правда? Это же не криминал. Ну что ты, Франсис, я очень рад за тебя, очень рад. Спасибо, дорогой Гупта. Но выпей со мной хоть рюмочку коньяка, это расширяет сосуды. Бонди! Нет, нет, Франсис, не могу, мне надо срочно поговорить с тобой. Поговорить? Значит, ты не ушел на пенсию, как мне сказали, а взялся опять за старое. И надеюсь на твою помощь. О, только не это, только не это. Снова рисковать жизнью? Нет, Бог меня миловал. Ну хорошо, если ты не хочешь работать со мной... Скажи, ты слышал, что в течение одной недели убили 3 индийцев? Да, да, я читал в газете. Стоило ли уезжать из Индии, чтобы так бесславно умереть в Америке? Что ты можешь мне рассказать о них? Мне ничего не известно. Я с такими дурными людьми не общаюсь. Я говорю правду, я ничего не знаю. Ты не знаешь, но ты, вероятно, помнишь свой бар в Джуху, в Бомбее. Его регулярно посещали 4 контрабандиста. Да. Кто они? Нет, нет, я их не знаю. Какие-то индийцы приехали одновременно со мной в Америку, но мне нет до них никакого дела. 14 лет назад 4 контрабандистов посещали твой летний бар на пляже в Бомбее. 3 убиты. Кто 4-й? Нет, нет, я не знаю. Франсис. Ты считаешь меня трусом? Я тебя хорошо знаю. Садись. Я надеюсь, ты понимаешь, что я не проливаю слезы по поводу смерти этих 3 негодяев. Но убийца должен быть найден. Да-да, я понимаю. Поэтому мне надо знать имя 4-й жертвы. Пока еще не поздно. Его зовут Бакши. Что ты знаешь об этом Бакши? О, этот Бакши занимает высокое положение в обществе. Владеет винодельческим заводом, огромным поместьем, штатом прислуги. Он опасный контрабандист. Ну, говорят, он покончил с этим делом. Где его завод и поместье? Зачем он тебе нужен, Гупта? Он очень опасный человек. Это вопрос чести, Франсис. Бакши в Америке? В Испании. Сюда, Джанко. Джанго, извините. Я слушаю. Я хотел бы оставить собаку, можно? Пожалуйста, пожалуйста. Заполните бланк, напишите разборчиво фамилию и адрес. Доброе утро. Разрешите представиться. Владелец этого предприятия ветеринарный врач. Доктор Гарри Романи. Даю убежище и лечу кошек, собак, коров и даже кур. А ну, о, так ты индиец. Какое счастье встретить здесь соотечественника, я тоже индиец. Мое настоящее имя Гарри Ромчадани. Ну, а здесь я стал Гарри Романи. Я объехал всю Европу, был в Лондоне и, наконец, открыл эту контору здесь. Ты откуда приехал, из Дели или из Бомбея? А, ты очень красив. С таким лицом я женился бы на дочери Магараджи или какого-нибудь президента. Ты приехал как турист? Если как туриста, советую посмотреть Кариду. Там потрясающий бой быков. Эй, не пропусти танцы фламинго. Это великолепное зрелище. Эй, Ватху. Да, господин. Приготовь настоящий индийский чай. Я хочу угостить своего соотечественника. Деньги? Ты меня обижаешь, земляк. Ну, хорошо, если ты настаиваешь, я возьму. Не беспокойся, мы будем очень хорошо смотреть за твоим песиком. Как будто это не собака, а наш собственный ребенок. Интересно, он много ест? Очень симпатичный клиент и, кажется, хорошо воспитан. Какая терпеливая и умненькая собачка. Почему ты молчишь? Может, ты не мой или глухой? А? Тогда я буду говорить еще не громче. Кричи. Я ухожу. Собаку я отведу сам. Идем, Джанго. Ничего не понимаю. Он не глухой и не немой.
Индийцы славятся высокой рождаемостью и разговорчивостью. Господин, да, с кем вы говорите? Он просто вообще не разговаривает, какой-то господин молчун. Машину подашь к 8. Да, сэр. Мистер Коттон, как идут дела? Хорошо, сэр. Этот способ оказался самым надежным. Да не следует обольщаться. Я думаю, что в полиции тоже не зря получают деньги. Будьте осторожны и поторопитесь с отправкой этой партии. Бобби, на этот раз мы должны быть очень осторожны. Мы должны быть очень осторожны, потому что люди правительства наблюдают за нами. Не волнуйтесь, сэр, мистер Уолкотт прилетел на гидросамолете. Замечательно. Свяжитесь с нашим внешним агентом. Я дам Уолкотту последние инструкции. Hello. Пристегните ремень безопасности, сэр.
Mais c'est quand même difficile de regarder dehors quand on est en vol, là, hein. Все в порядке, Джо? Имейте в виду, что вы должны принять весь товар и доставить его в целости. Хорошо, удачи. Ваш друг прислал в подарок вашей дочери Саре. Спасибо. Если я смогу завоевать любовь этой девушки, то я смогу приблизиться к Бакши. Thank you.
слава богу. Вы могли разбиться? Да. Если вы всегда будете так преследовать девушек, их ждет печальная участь. А именно? Влюбиться. Прыжки в воду с мотоциклом не мое хобби. Неужели? Я увидел в Испании красивую индийскую девушку и погиб. Не смог от нее уйти. Вот как? О. А где мой костюм? Сохнет на террасе. Он не высохнет до утра? До утра? А что же мне делать? Не знаю. Счастлива своим признанием. Ночами темными не сплю, жду встречи, глаз твоих, свидания.
कुछ नहीं पता नहीं कौन जा रहा है पता नहीं कौन आ रहा है माय लव люблю тебя меня люби любимый мой люблю люблю you love me no muhabbat ho gayi teri to aankhon mein meri duniya ho gayi i love you you love me i love you you love me i love you you love me Что с тобой? Моя песня может кончиться печально, если они нас заметят. Кто они? Это мой грозный хозяин со своими подручными. Они способны убить меня, если увидят с посторонним. А я думал, что это твой отец. Чего ты взял? Вообще я немного преувеличила. Но принимай меня на работу, хозяин предупредил о секретности своей фирмы. А? Ты чем-то встревожен? Ничего. Немного задумался. А? О чем же? О тебе, конечно. Я пойду, дорогой. А то мне влетит. Встретимся вечером. До свидания. Мистер Джек, со всеми этими электронными средствами наше вино займет первое место в мире. Разумеется. Спасибо. Доброе утро. Добрый день. Извините, я опоздал. Твое счастье, что ты в первый раз. Но я надеюсь, в последний. Да. Это не повторится. Очень хорошо. Ты выполнила мое поручение. Отправила Симе деньги и подарки в Париж. Еще вчера, господин, сегодня она их уже получит. Милости просим. Спасибо. А вы дочь Бакши, не правда ли? Нет, нет. Я его личный секретарь. О, а господин Бакши? Он вас ожидает у себя. Вам уже подана машина. Спасибо. Thank you.
Самое лучшее изображение не заменит живого человека. Я всегда буду помнить о тебе. Прежде чем приступить к делу, я хотел устроить пикник в вашу честь, господин Купта. Но теперь мне совсем не до веселья. Главное, что остались живы. Господин Бакши, а ведь это не входило в планы того, кто стрелял. Вы кого-нибудь подозреваете? Вне подозрений. Как мой секретарь, так и остальные, ибо они так преданы мне, что, подозревая их, вы тем самым наносите мне оскорбление. Господин Бакши, я, как вы знаете, на пенсии, у меня много свободного времени. Вы не возражаете, если я осмотрю вашу ферму? Это 5000 акров земли, господин Гупта. Не считая леса и устья большой реки. А вы ведь мой гость. Спасибо. Но учтите. Хотите сыскать убийцу здесь, вы идете по ложному следу. А этот выстрел – случайность. Человеку свойственно ошибаться, но моя интуиция и профессиональный опыт подсказывают, что я на верном пути. Следы трех контрабандистов, которых убили, ведут к вашему дому. Я вас не понимаю. 14 лет тому назад вы вчетвером бежали из Индии вследствие компрометирующего вас обстоятельства, не так ли? Это старая и забытая история. Но из-за этой истории вас хотели убить. На шальто на ней дека мене точку мучку шайри агей. Aşık to nahi magar aisi jab se dekha maine tujhko mujhko
Ашики агаи Умешай то не и Вот она. Доброе утро, господин профессор. Я принес вам книгу. Спасибо. Я буду ждать вас в 7 часов. Хорошо. बड़ा ही खूबसूरत इस जगह का हर नजारा है ए, मगर फिर भी किसी का नाम लेकर दिल पुकारा है मतलब जो समझे मेरे संदेश का मतलब जो समझे मतलब जो समझे मेरे संदेश का इस देश में है कोई क्या मेरे देश का मतलब समझे जो मेरे संदेश का Брожу по улице Аижа, как загнанный сбежавший вор. Чужие лица всюду вижу, чужое небо, дом и двор. Лишь ты, индийская звезда, среди множества созвездий века, сверкаешь надо мной всегда. Ты для меня святая Мекка. यादों की वो छाव धूप तो वही है क्या फायदा फिर इस भेष का इस देश में है कोई क्या मेरे देश का मतलब समझे जो मेरे संदेश का Остановись, любимая. Постой. Пойдем со мною вместе. Рядом. Я одинок в стране чужой. Ну, одари одним хоть взглядом. मिल के फूलों की बातें करेंगे सावन के झूलों की बातें करेंगे मिलके सहे ये गम परदेश का इस देश में है कोई क्या मेरे देश का मतलब समझे जो मेरे संदेश का मतलब जो समझे मेरे संदेश का इस देश में है कोई क्या मेरे देश का मतलब समझे जो मेरे
сандесика. Вы очень красивы. Благодарю вас. Вы очаровательная девушка. Спасибо. Я люблю вас. О, нет. Вы мне не верите? Не сердись. Я уважаю вас, но любить... Нет, я вас не люблю. Прошу. Мадам спит? Благодарю. Она не совсем здорова. Почему ты меня здесь держишь? Не подходи ко мне. Не смей ко мне подходить. Если ты индиец, как ты можешь так обращаться с девушкой? Почему ты молчишь? Проголодаешься, Десида. Я ничего не стану есть. Проголодаешься и поешь. Подожди! Открой, прошу тебя! Не оставляй меня здесь одну! Одну минуту. Господин Гупта, вы? Здравствуйте. Прошу. Я хочу поговорить о важном деле. Со мной? Мне казалось, что вы гость моего хозяина. Или я ошиблась? Я когда-то служил в полиции, но сейчас я на пенсии. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Красивая квартира.
Ты живешь одна? Да, пока я служу у господина, он разрешил пользоваться ею. Она принадлежит компании. Бакши знает о твоем новом знакомом? Простите, но мне кажется, это мое личное дело. Я ищу его. Что? Можно узнать, зачем он вам? У меня есть основания подозревать его в преступлении. Ну, могу ли я спросить тебя о чем-то личном? Личном? Спрашивайте. Ты недавно встретила незнакомца? Это так важно? Очень важно. Да, встретила. Что ты можешь мне рассказать о нем? Он очень мил, он красив. Я люблю его. Я не хотел тебя обидеть. Вы хотите знать, что мы с ним делали? Выйдите. Довольно. Я хочу знать, о чем ты с ним говорила. Почему? Потому что он главный враг Бакши. Как вы можете так говорить? Я уже говорил тебе, что служил в полиции. Я знаю прошлое Бакши. Глупости. Оставьте меня! Оставьте! Я ухожу. Запомни, девочка. Твой друг втянул тебя в скверную историю, использовав полученные от тебя сведения. Тебе грозит опасность. До свидания. Твой друг втянул тебя в скверную историю, использовав полученные от тебя сведения. Тебе грозит опасность. Тебе грозит опасность. Тебе грозит опасность. Господин, ты куда? Я здесь. Говори все, я тороплюсь. Прошлую пятницу я ходила вместе с ним в банк. Зачем? Я переводила Симе деньги в Париж. Симе? Господин Бакши посылает каждый месяц своей дочери Симе деньги в Париж. Она там учится. Учится в Париже, его дочь. Я ничего не знаю, но он называет ее дочерью. Смертельная опасность грозит не только тебе, но и ей тоже. Дай мне ключ от твоей машины. Сейчас. Вот, возьмите. Запрись. Никому не открывай и ни в коем случае не выходи из дома. Хорошо. Симе грозит опасность. Сима в опасности. Вы слышите? Может быть, в эту минуту она как никогда нуждается в вашей помощи. Может быть. Я ничего не понимаю. Почему же вы медлите? Я сам знаю, что мне надо делать и чего не надо. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. А тем более в помощи частной полиции. Хорошо, господин Бакши. Я вам не навязываюсь, но я не могу быть равнодушным к участи Симы. Тогда обратитесь к моей секретарше. Она все с удовольствием вам расскажет, как рассказала этому парню, кто я такой и откуда. Но она поплатится за это. И его ждет гибель. Да. Сима не ваша дочь. Сима дороже дочери. Она моя чистая молодость. Совесть моя и грусть, дорогая память о былом счастье. Понимаю. А покушался на вас сын убитого Саксены. Я не собираюсь обсуждать это дело с кем бы то ни было. Гупта, вы свободны. Убирайтесь! Thank you.
Послушай, наконец, почему ты меня здесь держишь? Я больше так не могу. Ты ничего не ела? Могу ли я быть уверена, что ты меня не отравишь? А может, тебе нужен выкуп? Тогда говори. Мой отец очень богатый человек. Он тебе заплатит. Только позволь мне поговорить с ним. Я купил тебе новое платье. Пытаться бежать бесполезно. Дом окружен водой. Иди. Сюда, Джанго. Сюда. Сейчас. Пошел, пошел. Я, кажется, что-то сказал. Я не пойду. Слушай-ка. И, пожалуйста, запомни. Ты пробудешь здесь столько, сколько мне понадобится. И пока ты будешь здесь, тебе придется выполнять мои приказания. Иди в дом. Я же сказал, иди в дом. Алло. Алло. Ага. Ты думал, что уже отделался от меня, говорит Гупта. Алло, дружище, как дела? Очень рад, что ты вспомнил обо мне. Что ты делаешь в Испании? Смотришь бой быков? У меня здесь дела поважнее. И мне нужна твоя помощь. Чем я могу тебе помочь, если я в Индии, а ты? Именно в Индии ты можешь быть мне полезен. Ты помнишь дело об убийстве полицейского инспектора Саксены? Дурга Прасада Его Саксены. Убили на бомбейском пляже. О, да, я очень хорошо помню. Да-да. У него был сын. Кажется, был ребенок. Этому ребенку сейчас лет 20, если не больше. Ты совершенно прав, но... Я хочу получить о нем точную информацию. Нам нужно о нем узнать. Поскорее узнайте, где он и чем занимается. Понимаешь, я дам тебе номер телефона. Отель Касталина, Мадрид, 7755-231-231. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Thank you.
Если вы хотите увидеть Симу в целости и сохранности, то приходите 20 числа на Мадридскую арену в 3 часа. Зачем ты меня фотографировал? Хочу послать фотографию твоему отцу. И станешь его шантажировать? Я пошутила, ты не получишь от него ни цента. Ты еще не знаешь моего отца. Если твой отец примет мои условия, через неделю ты будешь свободна. Мой отец не привык подчиняться. Обычно он приказывает, особенно таким, как ты. На этот раз он изменит своим правилам. Гупта у телефона. Алло, Гупта, у Саксены действительно был сын. Подожди, подожди. Его зовут Ануб. Спортсмен-мотоциклист, красивый парень, ведет скромный образ жизни. Сейчас его нет в Индии. Где же он? По нашим сведениям, он уехал в Испанию. В Испанию? Да-да. Работает механиком. Какой-то гараж в местечке Тарихан. Подобного деспота. Даже преступники имеют право на прогулку. Я задыхаюсь. Разреши мне подышать воздухом. Yahan pe mahan
клетку заключил меня тюремщик странный, молчаливый. Но не боюсь я и огня. Я улечу. Прощай, любимый. Этот дом через 2 дня. Только потерпи немного. Ты сдержишь слово? Я никогда не гуси. 2 дня, и ты сможешь уйти. Окей. А где моя одежда? Наверху, я постирал ее. Ты сам ее стирал? Угу. Ты, наверное, замерзла. Хочешь немного коньяку? Я сейчас. Ку
Добрый вечер, сэр. Будьте любезны, заполните эту форму. Кстати, как далеко отсюда Туре-хан или Туре-джан, или как вы это называете? Вы имеете в виду авиалинии? Да. Скажите, пожалуйста. Слушаю. Будьте любезны, где здесь гараж? Вам нужен гараж? Поедете прямо, а затем налево. Спасибо. Тут есть кто-нибудь? Кто здесь? А? Господин Рао! Я спрашиваю, в чем дело? Я Гупта. Приехал из Нью-Йорка. Гупта? Так ты иди! Да. А где господин Рао? А с кем же ты разговариваешь? А, вы не хотите вылезти? Подайте мне, пожалуйста, инструмент. Этот? Нет, этот маленький. Дайте мне большой гаечный ключ. При моей комплекции мне трудно отсюда вылезать. А как только я вылезаю, мне снова приходится залезать сюда. Я пришел спросить. Не на 18. Дайте мне гаечный ключ на 19. Держите. Спасибо. Меня интересует Анук, ваш новый механик. Какой Анук? Тот, у которого собака? Собака? Ну да. Он уже 3 дня не выходит на работу, и мне самому приходится лезть под машину. А из-за моей комплекции мне трудно из-под нее выбраться. А вы мне не скажете, где он живет? Я же не адресное бюро. И я очень зол на бездельника. Сегодня надо сдать этот автомобиль, а он где-то гоняет на мотоцикле. Дайте мне отвертку. Но у меня срочное дело, я обязательно должен его видеть. Он живет в Орихане, индийская колония, 13-я улица. Дашь ты мне, наконец, отвертку? Берите отвертку сами. Я же вам не подручный. Что вы сказали? Идиот! Дай ему адрес! Вкусно, но здесь очень тоскливо. Особенно, когда ты уезжаешь. А мне казалось, ты меня ненавидишь. Положи тебе еще? Нет. Где ты научился готовить? В школе? А где ты научилась говорить о любви? В университете у профессора? Прости за любопытство. Ты любила его? Может быть, да. Может, нет. Как это? Мне просто то иногда... можно ошибиться в своих чувствах. Поэтому я ему сказала... Я вас уважаю, но... не люблю. Ты уже тогда следил за мной. Я не знаю, зачем ты меня похитил, но мне иногда кажется, что ты порядочный человек. Для такого заключения у тебя мало оснований. Достаточно. Я много думала. Я возмущена тем, как ты поступил со мной. Но я понимаю, как бы ты мог поступить. Но этого не случилось. Одну минутку. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Индии? Да. Вы из Южной Индии? Нет. А вот вы из Южной Индии? Угу. Из Мадраса? Нет, из Канджибарама. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Меня зовут Гупта. Прошу. Спасибо. Я хотел бы видеть Анупа. Он живет в этом доме. Ануп давно уехал отсюда. Я не знаю, где он сейчас живет. А мы после его отъезда переехали сюда. Я вижу, у нас гость, дорогая.
Господин Гупта из Индии. Очень, очень рад видеть вас, господин Гупта. Я тоже. О, у вас такое рукопожатие. Как вы сохранили такую силу в руках? Садитесь и скажите, что привело вас к нам. Где оно? Мы знаем только, где его собака. Где же его собака? В пансионате. В пансионате. У доктора Гарри Романи. Мои дети, мой муж и я тоже обожаем собак. Хотите кофе? Не нужно кофе, он горячий. Принеси холодные пахты и возьми воду из холодильника. Приготовь побыстрее. Хорошо, поняла. Она любит предлагать кофе. Простите меня, но я хочу кое-что спросить. Разумеется, спрашивайте. Вы из Амритсара, а она из Канджаварама. Это нормально, мы все из Индии. Конечно. И она в наших сердцах. Видите ли, у нас был брак по любви. Прекрасно. Зачем же смущаться? Это вполне естественно. Вы правильно поступили. Зачем смущаться? Я смущаюсь перед старшими. Скажите, по какому поводу вы пришли сюда? Дело в том, что я разыскиваю Анука Саксен. Вы его отец? Нет, я не его отец. Вы его дядя. Да, вот, держите. Остановитесь у нас. Остановитесь у нас, вы будете под хорошим присмотром. Она умеет готовить рисовые лепешки, а еще умеет делать горчичное карри. Спасибо вам, сардар, но мне просто нужно увидеться с Анупом. Я слышал, что он остался здесь. Вы можете мне сказать, где он живет? Мы не знаем, где он находится. Он внезапно уехал. Он очень тихий мальчик. Бог знает, где он теперь. Я не понимаю, пахта получилась теплой. Благодарю вас, сардар. Кажется, что я снова побывал в Индии. Это верно. Если дело касается Индии, это для меня всегда повод для праздника. Для меня это настоящая радость. Когда выходишь на улицу, чувствуешь себя странно. Иностранцы такие белые, мужчины и женщины. Такое чувство, что мы становимся такими же. Вот почему мы завели славного черного пса. Мы дали ему кличку Калу Черный. Он самый обыкновенный, но очень славный. Мы балуем его вкусностями. Все благодаря доктору, у которого была собака Анупа. А кто он? Доктор Гарри Романи. Доктор Гарри Романи? Он не Гарри Романи, он Синдху. Просто здесь живет уже давно. Его настоящее имя Хари Рамчандани, но переехав сюда, он заменил имя. Он хороший доктор. Доброе утро, доктор Романи. Доброе утро. Чем могу служить? На каком языке вы говорите? Испанском, французском, английском? Лучше на хинди. Так в Индии, значит, тысячу раз рад, очень рад. Когда я вижу индийца, я счастлив, как ребенок. Ничто не сравнится со встречей на чужбине двух соотечественников. Мне тоже приятно, значит, что я доставил вам удовольствие. Я всегда добросовестно лечу животных, но когда они принадлежат индийцу, я чувствую двойную ответственность. Для них мне абсолютно ничего не жаль. Скажите, что же у вас случилось? Собачка заболела. Ой-ой-ой, моя малышка, моя маленькая собачка, что с тобой? Она каждую ночь плачет. Не беспокойтесь, я сделаю все, что нужно. Знаете, а может быть, она просто тоскует. Когда я вспоминаю о родине, плачу, а вы не плачете? Иногда бывает. Конечно. А что касается собачки, то и она, и вы останетесь довольны. Оставьте ее у себя на несколько дней, за ценой я не постою. Хорошо. А мой адрес? Вам, вероятно, тоже дал индиец, ведь они приводят ко мне всех своих животных. О, совершенно верно. Мне его дали в доме, где жил Ануб когда-то. Ануб? Да. У которого умная рыжая собака. Да-да. Умная собака по кличке Джинго. Джинго. У вас есть адрес Анупа? Конечно, пожалуйста. Вот здесь записан его адрес. Он такой же, как и его собака. Только его собака хотя бы виляет хвостом, а вот парень и слова не скажет. Я прозвал его господин Молчун. Я попробовал поговорить с ним на хинди, но он мне ни слова не ответил. А вот вы любите поговорить? Удивительно, все такие неразговорчивые, а этот индийец еще и ушел, не заплатив. Ватху, да, господин, ватху, он ушел, не расплатившись. Зачем волноваться, господин, он же оставил собаку. Да, он оставил свою собаку, так что он вернется. Только вот собака на хинди не разговаривает. Хочешь прокатиться? Руду. Шандо. Теперь она наш друг. Осторожно.
верно. Кто вы? А вы кто? Полиция. Очень хорошо. Профессор криминалистики из Нью-Йорка. А, не так быстро, пожалуйста. Что ты сказала? Я говорю, не надо так быстро. А. Тебе страшно? Да. Я не умею плавать. Не оглянешься, как я пойду ко дну. Не бойся, я тебя спасу. Зачем? Твоя жизнь очень дорого стоит. Ты очень дорого оценил мою жизнь. А что же твоя ничего не стоит? С некоторых пор я ей не дорожу. Ты никого не любил? Нет. Я тоже одинока. Росла я в пансионе. Отца видела только по праздникам, а маме он никогда не говорил со мной. Учусь в Париже. Иногда он пишет мне и аккуратно переводит деньги. А у тебя есть родные? Никого нет. А мама? Моя мама умерла в тот день, когда я родился. А твой отец? Отец? Отец убит. Ты совсем не помнишь его. Я никогда его не забуду. Зима! Сима, приходите на корриду в воскресенье в 3 часа главным ложем. Папа, ты даришь мне такие роскошные подарки, я могу тебя разорить. Я очень одинок. Все мое богатство — это ты. Хоть в банке у меня тоже кое-что есть. А если у меня похитят это дорогое ожерелье, что будет? Я подарю тебе дюжину других, моя девочка. А если похитят меня, что ты сделаешь? Не говори так. Я не знаю, смогу ли я пережить это. Но сначала я переверну весь мир. Плаваешь. А знаешь ли, Сима, ведь к берегу было рукой подать. Стоило тебе только поплыть не сюда, а к берегу и ты свободна. Мне не нужна такая свобода. Дилетай, умири,
Нежданная с небес звезда, и юность милая беспечна, ей поклоняется всегда. Обязательно должен быть в городе. Пока папа не узнает, что я жива, он не будет встречаться с тобой. Возьми меня с собой. У него на службе целая шайка бандитов. Я боюсь за тебя. Хочешь убить моего отца? Скажи. Что он тебе сделал? Умоляю тебя, не уходи. Умоляю, останься. Умоляю, а ну, любимый, останься. Пожалуйста, останься. Пожалуйста. Умоляю тебя, умоляю. А ну, умоляю, останься. А ну, умоляю! Останься! Алло? Господин Бакши вызывает Нью-Йорк. Отделение фирмы. Минуту, пожалуйста. Кто это? Представитель фирмы в Нью-Йорке. У меня нет ни минуты времени. Я в 3 часа должен быть в Мадриде. 1000 извинений, мадам. Господина Бакши нет дома. Thank you.
Ты уходишь, чтобы убить моего отца. Я думаю, что ты неплохой человек. Не уходи, пожалуйста, не уходи. Не уходи, пожалуйста. Стреляй! Почему ты не стреляешь? Чимон! Не стреляй. Не стреляй. Он нужен мне живой. Thank you.
молчать! Вот. Выпей это, девочка. Тебе еще всю ночь не спать. Бери. Ты очень любишь его. На его совести 3 убийства и 1 покушение. Руки вверх! А вот и еще 1. Сима! На кого ты работаешь? На Бакши? Нет, Бакши отказался от моей помощи. Почему же ты преследуешь меня? Но теперь все равно. Сима, собирайся. Ты не уедешь. Я должен тебя арестовать. Это ни к чему. Ему плохо, остановитесь. Thank you.
Но обещай мне, что ты сделаешь все возможное, чтобы поймать преступника. Я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы поймать преступника. Ты можешь сесть за руль? Не понимаю. Я спрашиваю, сможешь ли ты сам вести машину? Ну? Всего лишь $30,000. Куда тебя отвезти? Я поеду с тобой. Очень больно, я знаю. Я сейчас принесу коньяк. Тебе станет лучше. Сима! Я тебя люблю. Я очень тебя люблю. Я пришел тебя встретить. Спасибо, это так неожиданно. Ты великолепно стреляешь, но соображаешь туго. Мне хотелось отпустить тебя еще тогда на лодке. Может, кого-нибудь надо подвезти? Сима, ты? Конечно. Это же твоя судьба, Нуб. Садись. Кажется, это твое любимое средство передвижения. До свидания. Если бы вы знали, как я благодарен вам. Будьте счастливы. Водить мотоцикл — это мое дело, ясно?